Здравствуйте, уважаемые родители! С вами воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад номер 71 города Белгорода Литвинова Лидия Павловна. Сегодня я вам представлю цель конструирования нашей группы. Большинство детей просто обожают конструировать, поэтому конструктор – это та вещь, которая должна быть в каждой группе детского сада. Работая с конструктором, малыш развивает мелкую моторику и глазомер. Все это крайне важно для дальнейшего развития мышления. К тому же данный вид деятельности формирует такие качества, как усидчивость, внимательность, самостоятельность, организованность, умение планировать свою деятельность и доводить начатое дело до конца. А самое главное, конструирование предоставляет большие возможности для фантазии, воображение и позволяет ребенку чувствовать себя творцом. В любимом центре наших воспитанников представлены конструкторы разных видов. Деревянный, металлический, магнитный, пластмассовый. В нашем центре есть большой конструктор Лего. Можно с уверенностью сказать, что это один из самых любимых конструкторов наших детей. Также в нашем центре есть разнообразные мозаики, блоки Дианыша, палочки Кьюзенера, дидактическая игра Танграм, природный материал, наглядные пособия, схемы и алгоритмы построек конструирования. Конструктивная деятельность, несомненно, важная в развитии психических процессов и умственных способностей ребенка. В процессе конструирования ребенок легко усваивает многие знания, умения и навыки.